Арбитражный суд Чувашии назначил дополнительные экспертизы по строительству крематория на территории кладбища около Яуш. Судебные тяжбы продолжаются вот уже больше полугода. Заседания неоднократно переносились из-за новых доводов истцов против строительства объекта. Теперь производство по делу приостановлено до окончания проверок. Только заключение государственной экспертизы на проектную документацию в свое время готовили 11 экспертов Национальной экспертной палаты. Столько же от химической лаборатории СТО и Центра гигиены и экологии. Последний выдал им заключение, в котором говорится, что при таких современных технологиях за пределы территории крематория никаких вредных воздействий не будет распространяться. Несмотря на это, по мнению истцов, представителей компании «Государева гора», всего этого недостаточно. Именно эта организация приобрела землю в коттеджном поселке Вознесенское и обратилась в суд. Часть расчетов выбросов загрязняющих веществ, шумовых нормативов необходим эксперт по данному направлению с квалификацией санитарный врач, врач-гигиенист, эпидемиолог. Экспертная организация не представлена, кандидатуры в данной части. Представители крематория со своей стороны отмечают, что в проведении новых экспертиз нет смысла. Все необходимые по законодательству данные уже имеются в материалах дела. Дополнительные исследования могут затянуть запуск объекта, но в то же время в очередной раз докажут его безопасность. Крематорий инвесторы больше сравнивают с современным медицинским центром, где соблюдены все стандарты. Строительство этого важного социального для республики объекта ведется со строгим соблюдением всех строительных норм и правил, соблюдением экологического законодательства. И назначение этих экспертиз новых, я уверен, то, что лишний раз докажет то, что современный крематорий – это про безопасность и про экологичность. Тем временем ряд СМИ распространяет информацию о том, что местные жители собрали более 6000 подписей за перенос строительства крематория в другое место. При этом, по данным на февраль этого года, в Яушах проживает всего 895 человек. Откуда взялись еще 5 с лишним тысяч подписей? Вопрос, который пока остается открытым. Мы будем следить за развитием событий. Анна Центовская, Борис Андреев. Национальное телевидение Чувашия.